В Мирном состоится благотворительный рождественский концерт и ярмарка товаров. Средства, собранные от продажи билетов и изделий, направят в помощь Влады Лемещук, девочке, пострадавшей летом в ДТП. Как готовиться к благотворительной ярмарке школьники города, расскажет Наталья Николаева. Не только Мирный, но и вся республика переживает за Владу. Люди помогают, чем могут. Одни деньгами, другие организуют благотворительные акции, проводят концерты в поддержку девочки. За 4 месяца марафон «Поможем Владе вместе» собрал 4 с лишним миллиона рублей. В этом году рамки концерта несколько, рамки этой акции несколько расширяются. Благодаря тому, что принимать участие теперь уже в ярмарке будут и городские школы, что очень отрадно для нас. Мы, в принципе, очень открыты и с самого начала планировали, что вот эта акция с года в год она будет расширяться и выходить за рамки только нашей школы. Фетровые бабочки, декоративные заколки, рождественские поделки и все за символическую плату. За пару часов, как показывает опыт, такая ярмарка может принести до 100 тысяч рублей. Притом затраты на организацию минимальны. Главное – желание. А его у ребятни оказалось предостаточно. Помогли осуществить детские фантазии мастера студии «Семь слонов». Я являюсь волонтером помощи Владе группе. Помогаю посильно, как могу. Когда иногда мы расставляем копилки, сборы ведем, провожу всевозможные мастер-классы в школах. Влада, привет! Влад, мы тебя любим! Организаторы уверены, благодаря совместной работе волонтеров, педагогов и ребят, вскоре девочка сможет ходить. Наталья Николаева, Роман Ларин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».